Я шел по своей, по прямой. Кто меня въебал, мне не интересно. Давайте разбежаться. Вывернул. У меня вариантов не было. Уходил от столкновения. Ты уже стоял за пешеходным переходом. Правильно. Я светофор не работал. Я понимаю. Но сейчас приедут, я стоял за светофор не работал. Это все будет ремонтировать. Человек поворачивал, другой ехал прямо. Что теперь делать? К полиции? Конечно. Раз не получается договориться, вызывать полицию. А кто еще виноват? Работал бы светофор, нормально бы разъезжались все. И он бы тут не стоял, и я бы его объехал спокойно. А какой первоначальной машиной была столкнута? Хрен ее знает. Вы сами не... Да ну пойми, они у ног стоят у меня. Что я?